Лето – это самое чудесное время года, но есть одно «но», которого я очень сильно боюсь. Насекомые. Я нашла место, где они просто гигантские, но при этом совсем безвредные. В Уфе появился уникальный парк гигантских насекомых. Здесь представлены самые известные экземпляры – пауки, дождевые черви, мухи, пчелы и другие жужжащие. Каждый экспонат в увеличенном формате, в масштабе 1:1000. Здесь можно почувствовать себя настоящим энтомологом. Это такой специалист, который изучает насекомых. А еще можно сделать парочку эффектных фото. Хорошо, даже не парочку, а намного больше. Вот что у меня получилось. Здесь раздолье не только для ученых и инстаграмщиков. Юные натуралисты и любители природы могут в подробностях рассмотреть щупальца скорпиона, глаза мухи, лапки кузнечика и усы таракана. Насекомые, кстати, живут в парке по соседству с динозаврами. Гигантские насекомые в городе. Теперь вы знаете, что делать. Отправляйтесь в парк, а в какой, думаю, все поняли. Карина Однобаева, Руслан Бикбаев, специально для Горы новостей.